Всем привет! С вами Алкоблог 50 оттенков синего. И сегодня мы снимаем, как получается соус для пивоварения. Крупнейший дистрибьютор солода в России Grainrus пригласил нас в блогер тур, чтобы мы смогли оценить, как развивается их производство и, в частности, компании «Русский ячмень» и «Курский солод». Недолго думая, мы отправились в поля посмотреть на сбор урожая зерновых культур, которые проводит компания «Русский ячмень». Кормилица наша. Собранное зерно попадает в зернохранилище, устройство которого позволяет хранить его долгое время. Но, как мы видим, оно там надолго не задерживается и после отгрузки отправляется на солодовню. Отправки ячмень тщательно проверяют на паразитов и на содержание в нем крахмала и других полезных вареный ячмень отправляется на солодовню Курского солода, где также проходит контроль качества и в случае несоответствия может быть отправлен обратно. Выращивается зерно в специальном помещении, где при постоянной температуре его увлажняют и перемешивают. Так, продвигаясь из одного конца резервуара в другой, зерно превращается в солод, после чего оно попадает на элеватор, который везет его к сушению. Уже в виде солода зерно попадает в огромную электродуховку. Этот этап и определяет разновидность солода, который может варьироваться от светлого в 2-3 единицы цветности до жженого в 1200 единиц.